А, это магазин Лего. Что ж мне? Вот тоже из Лего. Понятно, что это такое. Здесь тоже из Лего некий морской дракон. Хотя тут морских драконов куда хватает. Вот эта птичка, которая сидит с длинной шеей, она ныряет и задерживает воздух на несколько минут. Это цапля просто, ну, такая мелкая цапля. И после того, как она поныряет, особенно если это было удачно, чтобы переварить и еду, она забирается вот на какое-то твердое место рядом с водоемом и сушит крылья. Да, кстати, там можно сфоткаться с, не знаю, Белоснежкой, а вторая кто? Золушка, наверное. Надеюсь, эта звуковая дорожка не будет забанена Ютубом. Не представляете, какие запахи со всех сторон здесь. Ой. А главное, начиналось это все место с магазина спортивной одежды. Мне кажется, что это вот самое глупое, что здесь можно продавать. Совсем для всем маленький все. Вот какая-то жемчужная фабрика. Наверное, всего лишь. Некий киоск. Людям, видимо, невдомек. Или покупателям. Как жемчуг вообще производится. Да, это именно не то же самое место. Фух. Так, меня уже припекло. Есть тенечка. Понятно.
такой антураж просто у кафе с названием «Дождевой лес». Возможно, что-то откуда-то брызгает. Что-то по...